Владимир Путин в преддверии своей поездки в США на Генассамблее ООН дал интервью американскому телеканалу CBS. Полностью его обещают показать в воскресенье, а пока появились фрагменты беседы с российским лидером. Затрагивались разные темы, в том числе борьба с общей террористической угрозой, исходящей от так называемого исламского государства, что необходимо сделать для улучшения ситуации на Ближнем Востоке, как быть с происходящим в Сирии. По мнению Владимира Путина, способ один – укреплять действующие государственные институты в Арабской Республике и оказывать им помощь в противостоянии боевикам. В то же время побуждая власти к диалогу со здоровой частью оппозиции и проведению реформ. Действия в другом направлении, нацеленные на разрушение легитимного правительства, создадут ситуацию, которую можно видеть в других странах региона. В качестве примера президент России привел Ливию и Ирак.